Стыдная правда о Пугачевой, которую надо знать всем. Такой позор. Пугачевой пора покаяться. Или за что она перекрыла кислород многим звездам 90-х. Примадонне уже 70 лет. За долгие годы творческой деятельности певица записала 20 студийных альбомов и сняла 19 видеоклипов. В определенный период Алла Борисовна была одной из влиятельных людей шоу-бизнеса. Ходили слухи о пугачевской мафии в 90-х, а рядом с ней находились приближенные артисты. По велению Пугачевой в 90-х, как звезды быстро вспыхивали, так же быстро они угасали. За что Алла Борисовна перекрыла кислород многим популярным звездам? В число этих звезд входит Валентина Легкоступова, воспитанница Иосифа Давидовича. Певица исполнила хит того времени «Ягода малина». Ольга Зарубина. Она была рыженькой в былые годы и моложе Пугачевой на 10 лет. Девушек начали сравнивать, что Примадонне не понравилось. Алла Борисовна наплела интриги вокруг конкурентки и добилась исчезновения со сцены и экранов телевизора. Машу Распутину Алла проучила за то, что она объявляла войну Пугачевой и не выстояла в этой битве. Отвязная Маша на несколько лет исчезла. Спустя годы Алла допустила до сцены Распутину, но отныне Мария ничего не говорила в сторону Пугачевой. Также была популярна многие годы Лика Стар, первая девушка-диджей в России. Молодую Лику называли «русской Мадонной», и Алла Борисовна признала творчество раскрепощенной певицы. Даже назвала девушку своей приемницей. Но это длилось недолго. У Лики случился роман с Владимиром Пресняковым-младшим, который на тот момент был зятем Примадонны. Пугачева моментально перекрыла кислород приемнице и за слезы дочери, и за такой успех Лики. От нее отвернулись буквально все.